Если это исключительно связано с вашей соседкой, и это она воздействует вот таким образом, что наверняка имеет место быть, то ритуальная защита моей школе сможет вам помочь. Где найти ритуальную защиту? Есть бесплатная первая ступень, она выложена в YouTube бесплатно. Проходите ее, там на третий или на четвертый день я рассказываю о том, как ставить ритуальную защиту, что это такое. Но начните это делать. Вы будете удивлены, когда через неделю она съедет. Также есть целая куча методов, которые есть в моей школе. Там метод убирания человека из своей жизни. Как сделать так, чтобы она сама добровольно уехала от вас. Это методы работы со свечой и так далее. Ученикам школы вот такие вопросы, они даже не интересны. Ну, а вам, видите, это необходимо. Обожаю вас, а я вас. Вы чудо чудное, диво дивное. Нет, это неправда. Чудо — это человек сумасшедший. И чудно — это тот, который делает неконтрольные или неконтролируемые действия на протяжении своей жизни. Это неправда. Я в своей жизни очень дисциплинированный и последовательный человек. Я дисциплинированно выполняю каждый день свои задачи. У меня есть расписанный на неделю план, на год план, на годы план и даже на десятилетия. Я четко вижу картину своей жизни и четко целеустремленно добиваюсь всего, что мне необходимо. Видите, звучит как аффирмация. Но я точно не чудю, я очень последовательный, мне никогда не плохо с утра. Я очень четко понимаю, куда я двигаюсь, с чем я сталкиваюсь, какие испытания. Когда появляются испытания, как мне их преодолевать, там, что мне делать, не боюсь коммуникации. Поэтому, если вы говорите о чуде и диве, поверьте мне, это 100% не обо мне.